И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Госдума, Сильвер, Космохимик и Тучка Дэн. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет, йоу. Всем привет. Давно у нас не было новых SCP и рубрики «Какой SCP самый крутой?». Если петь, кушайте, приятного аппетита, а у нас обзор на крутых монстров. Погнали. Первый у нас Evil Monkey. Я буду у них вселяться и смотреть, что они могут. И сколько у каждого жизни. И обязательно досмотрите до конца, потому что в конце будет такой жесткий мочилово. Правильно сказал, жесткий мочилово? А чего я хожу, как будто я всрался? Эй! И, пацаны, я бегу, это я со школы и бегу в туалет. Не мешай! Не, это какой-то... А сколько я дамажу? Сколько лещей прописываю? В секунду. 40 хп. Метро Люблино. 40 ударов 40. По щам. Ты действовал наверняка. Так, давайте проверим, что имеет искусственный интеллект делать. Бить. Ходить. Очень слабый. Отойдите от него все, отойдите. Следующий у нас Marshmallow Man. Ты что, плачешь там? Что все так бегаешь? Ого, я лещей прописываю. Ого, ты отлетаешь. Подожди, что я еще умею? Так. А я могу звуки конченые издавать. Ого, я прям, смотри, делаю комбо. Ха-ха! Ты видел? Комбуху запилил. А ну стой! Смотри, удар бок вниз и апперкот. Тебе попасть сложно. Да я как Рахит играю. Это видно. Так, пацаны, выселяюсь с него. Он как будто плачет, так бегает, интересно. Ну да, и звуки такие издает. А Маршмелло разве такие звуки издает? А чё они так как будто пингуют немножко? Ну это так сделано. Ну да. Мочите его. Интересно, сколько у него жизни? Кстати, у того зомби было меньше жизни. Ого, замочил нашего! А, о, все. Хорош. Хорош. Молодчик. А говорил, не шаришь в этой теме. SCP-049. О, я могу зо... Кстати, я вселился, у меня все зеленым стало. Да? Да. Это что за спорт? А я могу зомби с вас сделать? А ну-ка, будет зомби? Наверное, не будет. А что это? Я просто с одного раза убиваю тебя или что? А, ну. А тут написано, ребят. А, они с одного, кстати. Мне оставил. Да какой-то... Там еще яд дается, ты типа отравляешь. Это учитель идет в школу. На уроки. Что-то не похоже. Подходит до реп... Ты уроки сделал? Я не сделал. Не сделал. Ай, что вы меня вкололи? А что? О, так смотри, я когда ши... А, вот, надо ши... Может, я сейчас зомби с тебя сделал? Ну, стойте. Может, ты будешь зомби когда-то? Нет. Ну и ладно, хотя должны быть зомби в хате. А ну, давайте проверим, NPC умеет это делать? Скорее всего, он умеет. Просто не, он только убивает. Он так убил... Да не, дружище, мы так не дружили с тобой. Побейте его. Мочите его. А что, ты смертный, что ли? Да не. Ого. Ой, обстоятельства, ого. Извини. SCP-049-2. Вот, должны такие зомбаки появляться, когда он нас мочит. О, это физкультура. Вокруг школы два круга. Ты очень старая. Эй, отвали. Я должен первый приехать. Ой, приехать. А чё я такой прикольный? А сколько я отнимаю? Давай проверим, сколько я отнимаю. А ну-ка, вот давай. 83 у тебя? Да. Лещи, ну, такой-то я... Сколько я тебе прописал? 40 хп. Слабенький. Ой, извините. А ну, пацаны, дайте я. Ладно. Вот это вы псих. SCP-049-2 Миксамо. Не, это школьник, то же самое в туалет пошел. Физрук. А это физрук идет. Разбираться, кто там мячиком стекло разбил. Эй, кто это сделал? Ты? Или не ты? Мячик, а ты хочешь на кулаках подраться? Физкультурник что-то. Вообще нечем. Пошли самые прикольные. SCP-096. Вот, а что с ним? Камера меняется, когда в него вселяюсь. А что у него с нижней челюстью? У вас тоже такое? А есть такое. Это просто... Это в столовку иду. Я иду кушать в столовую, не мешайте мне. Фига себе. Просто я 3 дня ничего не ел. А чё я не могу? А, я не могу вас дамажить, потому что мне надо закриться на вас. Все, только не мешайте, подожди. Сейчас я вам покажу. Вот, теперь я голодный! Стоять! На! Чё, ты не хочешь умирать? Да стой, давай подерёмся! А я могу прыгать? Ты чё, пулеметчишник? Вот это я быстрый! На тебе леща!
Да, я с него выселяюсь, давайте помочь ему. Ого, он прыгать может, что ли? А он быстрее, чем я, да, бегает, кстати? Да, пацаны, я же свой наполовину. Ну, блин, чуть-чуть. А все, он разбился. А не, он спат, Лех, он отдыхает. Спатки, видишь, у него нормально все, он просто спит. А, я понял. Вставай в школу, Иржан! Вот это мы ему кровавый понос запилили. Хорошо. SCP-096 Old. Опа. А чё он такой? Тяпки какие-то у него. А чё? О, да. А чё? Это я двойку получил, иду домой. Помогите мне, мама будет ругать. Стоять! Я не могу дамажить вас. А чё я когда стою, смотрите. Что это за стол? Ну что, если еще раз... Что? Хочешь обниматься? Ой, все. Да подождите, я... у меня голова болит. Сейчас. На. Ой, ты что делаешь? Ого, он там... Ненормальный, что ли? Мужик, отвали. А ну давай, пусть замочит меня. Есть скример какой-то? Эй. Там, наверное, ничего нет. Он так, типа, смотри. Блин, он так повернулся и замочил меня. Слышь, Иржан. Да отвали ты. Мочите, мочите. Ого, прямое попадание в голову, и ничего не сделалось с ним? Он вообще не может, да, никак? А сколько у него жизни? Да не, он еще агрится. Подходите. Опа. Есть. Все. Мы его растворили, аннигилировали. SCP-106. О, дедушка. А ты куда, дед? Вот он. А, деда мочит. А я не могу им управлять. Им нельзя управлять. А не, можно. Да блин, можно, дед, вонючий. Дед, это я, это я. А что это у меня за футболка порванная? Это после драки? Ого. Это после бани. Куда пошел? А что это? Подожди. Это я иду, а когда я нажимаю shift... Ты нифига. А где он? Смотрите. Через свои измерения. Я могу убить тебя? А как замочить? Да блин, это прикольный челик, но непонятно, как им управлять. Эй, ты что там стоишь? Где твой пулемет? Ого, ты строчишь. Секунду. Ты не попадаешь. Да не по мне, пацаны, ты попадаешь, ну по мне, надо по нему стрелять. Гаррисмод залагал. Гаррисмод вылетел, как всегда. Мы делаем такую бахханалию, что ни одна игра не тянет. Не только Гаррисмод, и другие игры у нас тоже вылетают. Даже GTA-шку смогли посадить. SCP-173, пацаны. А это разве похоже на SCP-170? Что это за... Не смотрите стоит. На него, не смотрите. А давайте подождите, давайте проверим. Опа. Так я не смотри. А что это у меня коржи какие-то, чипсы какие-то остались после меня. А где он? Личка. А вот он. Ты чё, псих? Ой. Что происходит? А он со спины телепортируется. Ай. Что это за какой-то... Я его не отпущу. О, все. Ладно, отпустили. SCP-939. Собачачина. Ух ты! О. Чё, псих, что ли? Мочите его. Он же бессмертный. А, он бессмертный, точно. Да я знал, что он бессмертный. Не, он рассыпался. Вот доски с него высыпали. Значит, рассыпался. SCP-939. Все-таки я в него вселюсь. Смотри! Анимация. А можно и не вселяться. Просто на это понаблюдать, как он фигачит. Напал. Вот это псих. А чё это с ним? О, у меня голову откусил. Смотрите, мой скин без головы лежит. Ого. Он еще раз его жрет. А зачем? Я не знаю. Ему мало? Да смотри, что он делает. Он опять его хавает. Один и тот же. Еще, смотрите. Вот это вы его растерзали. Чё себе? А, все. Прикольно. SCP-939 Old. Ой, Old. Тига собака. Блин, я не могу в него никак вселиться. О, есть, это я. Кстати, картинка черно-белая, когда я вселяюсь. Ай, зачем? Я с одного раза убиваю? Да. Че я еще могу? Так, медленно могу ходить, быстро. А че я разговариваю? С
мясо. А ну? Лучше даже не знаю, это что это мясо. Так, давайте посмотрим, может у нее тоже анимация прикольная? Ну, наверное, нет. Просто... Нет, просто кусает. Он грызет. Так, мочите, у нас впереди еще много паков. Ого, что за лаги? Что? Я не знаю, у вас тоже артефакты на небе есть? Ага. Переходим к следующей папке, SCP-SL просто называется. Вот такие у нас челики есть, смотрите. Вот такие есть. Смотрите, прикол. Ого. Машина типа их А машина боком должна ездить? Она задом. Что это с ней? Что это было? Это военные какие-то. А да, кстати, они сами. А что они делают? О, а если мы этих поставим? Они класс D будут убивать? А если мы поставим класс D Armored? С пистолетом ходят, смотрите. О, если я могу... А дайте я вселюсь в этого вояку, что он делает? О, бесконечные патроны, смотрите. Нифига себе, я могу крышить вас. Слышь ты! Это так... Ой. А я... Как это сработало? Ладно. У нас есть гвард вот такой вот. Он бежит. Ого, слеповуху кидает. Ничего. Смотрите, класс D хочет... Не, прикольно. Так, у нас есть НТФ-спамнер. А, это спамнер, а это НТФ-кадет. А это у нас НТФ-командер. НТВ... Ой, НТФ. Лейтенант. Как лейтенант. Сержант. Опа. А это у нас сентист какой-то. Хорошо, давайте тогда поставим спамнер. Смотрите, вертолет в небе. Почему так высоко сдвигает? Подождите, он сейчас должен... Он опускается. Он падает. Ого. Он высадил движуху. А теперь давайте мы этих поставим. Ого, они его слаживают. Ребят, это будет битва. А они моментально сложили, что ли? Чего? А если мы сейчас... Стой, еще разок. Они мгновенно мочат их просто. Ребята, сейчас будет жесткая мочилова, смотрите. Пускается. Так, так, так. Ого! Вот это что жесть! Это? Просто положили всех! Но они очень мощные, да, пацаны? SCP-SL Hostile. А чем они отличаются от тех? Вы психи, что ли? Они нас мочат! А что такое? Пацаны, убейте его кто-то! Эй! Мне интересно, а мы сможем его убить или нет? Ого, а что у него за пули? Они что, разрывные, что ли? Есть. О. Получается, они будут не агриться на нас все. Нам жопа, пацаны. А я хочу посмотреть, как будете возрождаться и умирать все. Да ладно, ладно, мы их не убьем никак. Один. Хочу почитать, сколько я секунд проживу. Один. А ладно, кроме... Еще раз. Один, два... А если я заспавню им врагов каких-то? Ого, они его сложили. Если вылетит горизмот, пацаны, не судите меня строго. Это реально так жить. Да что ж такое? Что творится? Вертолет, ты нормальный? Это бить его надо. Почему вот это они гасят. Ничего. И наши отлетают параллельно еще с этим. Пацаны, ну зачем вы возрождаетесь? А что делать? Ай, ладно. Я думал, я убегу. Ого. А если я возражусь, резко лететь начну. Это нереально. Так это в голову был выстрел. А, не смог. Во, я улетел. Я тоже. Я им сейчас сюрприз сделаю. Они думают, что это просто так все? Нет, это так не работает. Так, прям над ними встаем. И скидываем небольшую маленькую бомбочку. 3, 2, 1. Ой, ничего себе. Это нормально все. Так и должно быть. Вот это лупануло. Кто-то остался в живых? А, они за углом круглого дома были. О, активировалось. Что такое? Ого, все, мы всех лупанули. Ай. Ого, а что у меня жизни остались целые? На край карты лечу, смотрите, насколько карта гигантская. Если вам понравилась эта серия и пак NPC SCP-шек, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!